Все, пошло. Когда Андрей готовился к поездке в Перу, то оказалось, что есть история Перу. Оказывается, индейцы делали записи на языке кипу. Это узелковое письмо. Веревочки, я не помню, разного цвета или одинаково, не помню уже. На них завязаны узелки. Между узелками разное расстояние. И вот это узелковое письмо, оно использовалось, оно осталось. И есть в музеях какие-то образцы. Какие-то образцы. Что написано, непонятно. Да? Так вот, где-то в конце 19 века один ученый расшифровал язык кипу. И на языке кипу была история индейцев кечу или перу, я не помню уже. И эта история была переведена на русский и английский язык. И она была издана, если не ошибаюсь, в 20-м году, примерно тогда. И при подготовке к экспедиции Андрей Скляров в библиотеке, как называется эта библиотека, в доме архитектора Баженова, по-моему, нет? Не помню, в Москве, который развалился, там она трещину еще давала. В общем, в этой библиотеке он нашел эту историю, это издание. И когда он его получил, оказалось, что она не разрезанная. То есть история древняя Перу в России ни разу не читалась. А история там, если не ошибаюсь, по-моему, чуть не 5000 лет охвата. Вот такая ситуация. Я боюсь, что историки этот труд игнорируют. Почему, не знаю. Потому что мы ездили в эту экспедицию с Андреем Жуковым. Андрей Жуков – профессиональный историк. И как раз его кандидатская диссертация была посвящена обзору научной литературы о истории Перу. Поэтому он все это знал блестяще. Вот, и он как раз нам и говорил, что историки это учитывать пока не хотят, не учитывают. Ну, а перуанские какие-то ученые или... Что, или вы в Перу с элитой, с какой-то ученой не встречались? Встречались. Мы встречались с одним археологом, потом мы встречались с археологами, там была итальянская миссия, которая раскапывала рисунки НАСА, линии НАСКА раскапывала. Вот, и потом мы встречались, мы разговаривали в Чивин-Дунтар с научными сотрудниками музея этого комплекса. И мы у них спрашивали, к какому времени относятся вот эти гигантские блоки из полированного гранита. Там есть надписи на них какие-то знаки, символы. Вот. Они сказали, что официальная датировка вот там первые тысячелетия нашей эры. Мы им спросили, ну а на самом-то деле что вы думаете? Они говорят, на самом деле мы думаем, что это было 1015-20 лет назад. Значит, все к этому выводу приходят. На каком основании, не знаю, но вот такой разговор был. А гипотеза, как обработаны вот эти вот ниши, они какие-то там... Зубил молоток. Это моя гипотеза. То есть просто выбрано и все? И шлифовано, да, обработано. Да. Мы это все видели в Египте, потому что, представляете, саркофаг. Такую гигантскую ванну выдолбить, да, и потом еще шлифовать. Вы можете приложить линейку и убедиться, что это все сделано руками. Там есть неровности, там есть сколы, которые не шлифованы, не отполированы. Следы руки там видны. Все равно это все поражает и не сильно объясняет. Ну, если мы сейчас делаем что-то на станке, на машине, да, ну, образно говоря, тоже есть же на поверхности какие-то неровности, бывает, да, и брак. Да. Почему-то, да, это же тоже могли быть какие-то космические... Есть, и там тоже есть неровности. Я про то, что говорю, что это тоже могли быть какие-то неведомые нам силы, которые, ну, просто так допускали брак, как сейчас на станке допускается тот же брак. Ну, это предположение возможно, но оно ни на чем не основано, к сожалению. Поэтому есть такой принцип Аккама, принцип бритвы Аккама. Можно все что угодно предполагать. Можно предполагать, что это Господь Бог сделал. Но на самом деле все-таки видно, что это следы примитивного человеческого труда. Сейчас дома все складываются, да? Те блоки, которые тысячи лет стоят, они такие стоят.
насколько мы шагнули назад, можно сказать, а не вперед. Нет, мы все нормально, все нормально. Мы забываем, что человек и биологический вид существует больше миллиона лет уже. Что это значит? Это значит, что объем человеческого мозга миллион лет назад был такой же, как сейчас. То есть люди миллион лет назад думали так же, как и мы. И были людьми глупее. И не факт, что они меньше знали, но у них не было технологии, но они могли много еще знать, потому что они все это наблюдали в природе. Ну а там 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад, чего у них было? Вы приходите в музей где-нибудь в Сирии или в Ливане и видите там медные сосуды такого размера, гигантского, которые датируются, скажем, третьим тысячелетием до нашей эры. Просто фантастика. Все они было, все они делали. Или нет, тебе говорят, что они делали так, что до сих пор это стоит и, грубо говоря, не разрушается. А у нас сейчас делается так, что это все складывается, как спичечный коробок. Что они, наоборот, на шаг вперед где-то были, возможно. Нет, просто мы научились считать, и мы поэтому можем строить без запаса. Потому что мы строим без излишних трат камня, материала, времени там, и так далее. Они считать не умели, поэтому строили с запасом. Только и всего. Ну, наоборот, не докладываем. Ну, посмотрите в Питере. Дома 18 века. У них стены там в 20 раз толще, чем у современных домов. Да. Просто считать не могли, делали запас. Я вам еще одну вещь расскажу. А мы про гранит или так и не договорили? Мы когда до этого тоже камеру включали, там что про гранит или про что начался разговор? И потом про гранит или про какие-то блоки гранитные, нет? Нет. Про чашу питерскую еще расскажите, которую нельзя было вывезти. И немцы не смогли вывезти. Нет? Это вырежешь. Это не для записи. Не, ну мы когда прерывались между записями, говорили про какие-то гранитную плиту. Мы сказали, сейчас расскажу. И когда включилась камера, мы на другую тему какую-то ушли. Что тоже был какой-то интересный факт. Ну ладно. Значит, не важно. Мы про ученых еще тему не затронули. Я всегда слышал, что египтяне начали постепенно скрывать и не допускать никого. Да. Это действительно так? Да, действительно так, потому что главный хранитель древности в Египте, я забыл, как его звали, Захи Хавас, не помню, он стал министром культуры Египта. Так вот, он придерживается традиционной версии на историю Египта. И поэтому все эти альтернативные версии он отвергает. И поэтому все объекты, которые имеют какое-то загадочное происхождение, он спрятал из музея и убрал. Андрей Скаров с ним пытался общаться, потому что он просил от него доступ там, к каким-то фондам, но он не дал. Категорически и довольно грубо. Вот, и потом там был в Египетском музее, в Каирском музее, там был раздел, посвященный Саккарской коллекции. Это одно из древних собраний. Обнаружено оно около Саккарской пирамиды. Саккарская пирамида считается, по-моему, самой древней. И вот там был обнаружен некий клад, где было несколько тысяч предметов. И в частности там были предметы, напоминающие тарелку, ну вот размер там 15-20 сантиметров. Она выточена из камня, из плетника черного, и выточена она при обработке вращения. Ну, сказать, что это был токарный станок, наверное, будет некорректно, но это были какие-то устройства, которые могли приводиться, так же как гончарный станок, какими-то усилиями, там, ногами, там, не знаю, животными, и на них делались тарелочки. Так вот этих тарелочек, там видны следы кастрические, я их фотографировал, они есть, они остались в музее, которые при Саккарской пирамиде существуют.
Там фотографировать нельзя, но мы там чехонечко сфотографировали, все следы вины. Так вот этих тарелочек коллекция была несколько тысяч, насколько я помню. И там были всякие шпульки, как будто хрустальные, прозрачные. И там были всякие необъяснимые, загадочные предметы. Вот это все из Каирского музея убрано после реставрации. Но у Склярова есть фотографии, они были там еще до реставрации. Поэтому действительно, да, в Египте это все спрятано. Ну, может, не все, но какая-то значительная часть. А по России не было желания попутешествовать что-то такое? Было. Было, потому что по России Скляров ездил сначала в Карелию. Как там называется этот комплекс? Расставил. Не-не-не, там есть место, где тоже туда ездят за... Петроглифами. Нет, за петроглифами, за там место силы. Там какие-то есть скалы, как будто там ступени вырубленные какой-то цивилизации древней. Вот туда они тоже ездили. Но, в общем, все-таки они решили, что... Не так интересно. Что-то природное происхождение у них было, да. Потом они ездили в Японию, в Янагуни. В Янагуни базальтовые шпалы есть на островах. Тоже была загадка, что это такое. Но это на самом деле блоки базальта. Известно, что базальт, когда магма выливалась из трещин, то если охлаждение было медленное, то базальт кристаллизуется в такие шестигранники. Поэтому это тоже природное происхождение, хотя выглядит удивительно совершенно. Потом они занимались дайвингом, они ныряли в Японии, и там нашли какие-то совершенно прямоугольные сооружения под водой. Но, в общем, я думаю, что это тоже все природное происхождение, ничего там доказать невозможно. Поэтому нет, были еще попытки еще разных исследований. А здесь вот в Сибири что-то тут нет, уж тоже находят всякие какие-то. Кто-то считает, что это искусственное, кто-то гигантское сооружение скалами. Сюда не добирались никуда. А какое сооружение? Ну, здесь тоже фотографии появляются какие-то, что у нас не хуже, чем за рубежом, в том же Перу. Нет? Не было такого, не доходило. Нет, так, по-моему, нет ничего. Какие сооружения вы имеете в виду? Я точно сейчас не скажу, но, по нет, крайней мере, появляются периодически. Есть такой массив Яргаки. И некоторые любители интерпретируют, как какие-то гигантские каменные зеркала. Нет, я думаю, что это природное происхождение. Видел эти фотографии, да. Думаю, что ничего необычного там нет. Яргаки, наверное, имеется в виду. Все, завершим. Нам что-то интересное расскажут. Все, спасибо еще раз.